сейчас на заправку, заправимся. До Москвы нам осталось 90 километров. Но мы в Москву заезжать не будем. Нас навигатор сразу выводит на Симферопольское шоссе, и мы шуруем на Краснодар. Мы же едем на море. Мы едем туда, где 30 градусов с лишним. Едем купаться, загорать. Шашлыки, палатка, рыбалка. Ну, в общем, все. Ну, вот так вот. Да, кстати, хочу сказать по поводу... Насчет Финского залива. Финский залив очень красивый, очень красивый. Мне понравился, но там мы днем покупались, к вечеру пошел дождик, подул сильный ветер. Мы переночевали на Финском заливе и потом уехали. У нас планы такие, что мы после моря, после Азовского моря, после Краснодара, мы опять поедем на Питер. И, возможно, мы еще раз заедем на Финский залив и там побудем. В общем, берем, захватываем все, по максимуму захватываем, чтобы все быстрее нам насладиться, отдохнуть, расслабиться. Ну, в общем, мы отдыхаем. Вот такой вот у нас туристический отпуск. Ну, думаю, увидимся, когда мы двинемся уже в сторону юга. Тогда мы с вами увидимся. Ну все, пока.